Всем добрый радостный день. Почему он радостный? Потому что я получила очередной подарок за выполнение простой акции, для меня вообще простой, от компании Faberlic. Вот я получала пылесос беспроводной, там посуду, светильники. А вот, а тут пришел вот такой огромный мультиповар с таким огромным количеством программ. Будем готовить. Вот, рассчитана эта чаша на 6 литров, тоже антипригарное покрытие. Плюс, оно, знаете, присасывается, то есть вероятность того, что соскользнет, и не дай бог там упадет, такого нет, потому что я даже не могу отодвинуть. Плюс чаша вращается при некоторых программах на 360 градусов, то есть чтобы равномерно приготовилось все, да, что сюда входит у нас в этот набор. Вот такая решетка-гриль дополнительная в чашу вставляется. Вот, а потом сеточка вот такая металлическая, если что-то, чтобы масло туда не попадало, да. Вот, а еще вот такая чаша для пиццы, каких-то приготовления небольших порций продуктов. Вот, плюс щипцы, чтобы поднимать как раз вот эту небольшую чашу, и продукты. Вот, допустим, буду готовить в фольге сибас, и я думаю, что эти щипцы мне пригодятся. Посмотрела инструкцию, вообще на самом деле ничего сложного. Еще дополнительно идут вот такой прибор, благодаря которому можно спокойно вот так взять чашу, и чтобы не обжечься. Вот. Так, что у нас, какие программки есть, все, в общем, мы будем пробовать. Здесь нагрев максимальный 240 градусов, как я понимаю. Вот, видите, выбираете меню, здесь ничего сложного нет. Ну, в общем, будем пробовать. Но мне на самом деле очень приятно вот получить вот такой подарок. Согласитесь, ну какой магазин отблагодарит за то, что вы просто покупаете, рекомендуете его, согласитесь? Вот такой приятный подарочек. Поэтому присоединяйтесь, девчонки, к нам. Спрашивайте, как что выполнять. У нас сейчас акция за акциями. Перед Новым годом постоянно компания. Она у нас и так в течение года радует. Перед Новым годом у нас еще суперские акции. Сейчас у нас акция 1000 рублей в подарок всем новым покупателям. Поэтому обязательно воспользуйтесь этой возможностью и расскажите о ней своим подругам и родственникам. Поэтому, девчонки, я просто рада. Спасибо за внимание. Присоединяйтесь обязательно. Пока-пока.